В этом видео мы будем играть в интересную мини-игру «Снайперы против раннеров». Суть этой мини-игры заключается в том, что снайперы стреляют по нам, пока мы бежим по карте. Наша задача преодолеть все 7 сложных испытаний, а задача снайперов уничтожить нас, пока мы это не сделали. А если ты хочешь увидеть больше подобных челленджей, то прямо сейчас нажимай на красную кнопку подписаться, а мы начинаем. На втором уровне я хочу понаблюдать за подписчиками. А, ты самый первый бежишь, да? Да, ты очень быстро проходишь уровень, и по тебе даже никто не попадает. А, вот впереди еще один челик. С моей футболкой. Так, он пробегает уже третий уровень. Вообще о, нет, по нему попали и сбили. Теперь ты самый первый. Ой. Давай, ой, осторожно. Бежит. А сзади тебя еще два человека бежит. Давай, ты сможешь пройти этот уровень. Нет, памперса магма убила. Зачем он прыгнул в конце? Не повезло, не повезло. Вы уже на четвертом уровне, и что там у вас происходит? Вас уже трое, и ты уже не первый. И у всех, главное, одна анимация ходьбы. Бежите такие ниндзя. Три ниндзя, ой, теперь два ниндзя. А, вон я тебя... Я уже на следующий левел перехожу. Оу, все, ты один. Нет. У нас остался только... Вот этот самый из игры в кальмара. У него такая футболка из игры в кальмара прикольная. У нас кто-нибудь остался вообще? А, вон я вижу. На пятом уровне два человека. Там как раз таки вы проиграли, как я помню, да? Рамиль. О! Да. Они тоже на пятом уровне бегают, тоже вдвоем. А внизу у них какой-то котик бегает. А вот они далеко проходят. Они, мне кажется, уже сейчас этот уровень пройдут. Если немножко постараются. Ой! У него на один выстрел хп. Не прижимайся к стенке, а то они тебя насквозь пробьют. Ой, у тебя тоже 50 хп. Все за одним камушком спрятались и все. О, там еще котик прибежал. Тот с предыдущего уровня. Нет! Минус один. Их остается только двое. Давайте, проходите, вы сможете. Так, кот побежал, а нубик пока что решил подождать. Немножко испугался. А главное, котик был в самом низу, я помню. Теперь он на самом верху. Ему осталось еще один уровень до финала. Только осторожно, там, смотри, над тобой магма, лучше не прыгай. Тут тоже кто-то был, но он, мне кажется, разбился от магму. Да, это я. Это ты как-то... Нет! Тут от магмы. Котик! Котик! Тут не надо прыгать. Он на ледяном уровне. А, кстати, вот, я увижу, это тот самый нубик, который испугался сначала, но потом решил бежать. Я вон там вижу финиш недалеко. Ой. Нет! Нет, нубик. Я остался один. Один ухо остался, потому что он сидит. Да, потому что я сижу и чего-то жду. Ух, на тебя теперь охота. Ага, я уже заметил. Они даже не знают, где я, да? Оп, оп, оп. Да вы сейчас узнали. Ой-ой-ой, опасно, опасно! Оп, оп, постараюсь. Нет, 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 у меня только 55 хп. Так, я пробегаю на следующий уровень, главное сейчас об магму не стукнуться. Да, они тебя могут скинуть на магму. Ага. Кстати, там на магме, я там везде одна магма, я думаю, там очень сложно. Жалко, что я остался один, конечно. Но я просто бегу, смотрите, даже не останавливаюсь. Спокойно бежишь. Сейчас будет паркур. О, сейчас будет жесть. Нет, у меня 5 хп. Я еле живой. У одного просто не тактический арбалет, поэтому я жив. Они уже готовы. Ага, я вижу их настрой. Так, я готов. Почему тут везде какие-то ямки? Что, все копали? Тупо. О, пошли читы. Это специальные дырки. Ты падал. Я не хочу падать, видите ли. Охотники, смотрите, там сзади вас птички летают. Видели такое? Там админ игры. Ну там вот.
Паркур как? Нет! Нет! Ура! Опасно, опасно, ну. Возьми. Нет! Нет! Они тебе даже помогли. А как тут пройти, кстати? Мне кажется, это невозможно. Нет, тут по краю, наверное, можно. Можно, иду прям аккуратно надо, я тебя еще стреляю. Поэтому... Аккуратно. Пришло время проходить. Как? Нет! Это было эпично. Ну что ж, начинаем. 3, 2, 1... Начинаем. Так, я тут вижу, подписчики уже сразу начали бежать. А где вы все? Мы же на втором этаже. А не понял. Да, мы уже все на втором. Кстати, да, я вижу, вся толпа бежит на втором уровне. Это я немножечко отстал. Это один только. Оу! Вот так тебе за то, что меня стрельнул. Вот так. Осуждаю. Оу, как же тут красиво, да? Так, главное не останавливаться, надо бежать без остановки. Во, как нас тут много, прикиньте. Ой, прям в кустик. Так, мы тут всей толпой такие бежим, вообще. И не встречаем ни одной преграды. Ой, только у нас по одному потихонечку подстреливают и все. Так, уже 5-й уровень, и мы до сих пор все живы. Стоп, тут же чуть делить можно. Вот это я не предотел. Ага, все, я попал на следующий уровень ледяной при помощи этих. Ух, только ты не в ту сторону тут. Так, я тут вижу. А! Так, ты уже так далеко на последнем уровне, ты уже почти прошел. О, тут очень сложно, давай. Да, все, Рамиль практически прошел. Там Челик уже прошел. Давай, Рамиль. Они на тебя вообще практически не попадают. Да, кстати. Давай, ты сможешь. Они тебя не видят. И тут еще один человек. Все, Рамиль, добегай. О, Рамиль добежал до конца. Хорош. И еще. Да, еще один человек. Амбал ходит. Офигеть, там... тут кибер. Этот. Ой-ой-ой, по мне тут огонь открыли. Нас осталось двое, кто не прошли, получается, да. Давай мы быстренько пройдем и все. Кибер, все остались. Давай, просто пробегаем. У нас везде дырочки, паркур про. Ого. А как ты на магме стоишь? Ух, давай. Стоп. А почему ПВП не... А, не успел ПВП. Что? Это что было? Я просто ударил что-то. А это кто такой там бегает? Он по магме ходит. И еще один. Он по магме ходит, как? Я тоже не понял, как он по магме ходит. Все понятно. Какие-то читы, вот он. Так, я тут вижу, у нас нубик дальше проходит. Стоп. Ну, а пытался пройти, как минимум. Только два человека, получается, смогли пройти. Рамиль и ты. Читер не читает. То есть только я прошел, если не... Да, потому что читер... Читак вообще... Читы — это как-то нечестно. Можно сказать, что Рамиль прошел, а про читера я даже не знаю. Об этом надо написать в комментариях. Так, я беру прямо сейчас динамит, с помощью которого я это все сделаю. И лучше отойдите от стенки, потому что вам сейчас будет очень больно. Команда XXX. Ой, подождите. Так не вообще, да. Так, можете начинать бежать, все, давайте, бегите. Так, все, вы начинаете проходить и... Так, это что за читы? Не понял. Как ты так наверх поднялся? Сразу на 5-й уровень, а? А, это волхоп он использовал. Все понятно. Ну ладно, это лайфхаки. Он прошел сразу на 5-й уровень. Эти лайфхаки были в последнем ролике, мы об отварсе у тебя. Да. Так, первый уровень уже прошли 4 человека, и они приступают ко второму, который уже полегче. У нас тут еще на первом уровне осталось еще 2 человека, даже 3. А, один пытается пробраться наверх, понятно. Крючок, ты не туда бежишь. Так, где у нас вообще есть топовик? О! Уже на 5-м уровне? На 6-м уровне уже есть человек, вон я вижу. Он спрятался и какого-то кролика заспаунил белого. Да, с помощью хип-хопа пролез на самый верх вообще. Сидит такой, какого-то кролика спаунит и сидит. Он уже на 6-м уровне. И главное, так быстро. А он еще не в ту сторону идет, знаешь? Кстати, да. Его войси нету сейчас. Это ему не повезло. Сейчас такой добежит и такой облом. Такой заходит. Тут ничего. А что, вниз пойдет? О, я вижу, у нас тут уже подписчики на 4-м уровне,
Даже на пятом Фокси Сталин. Меня магма убил за последнем уровне. Повезло, повезло. Так, а где у нас тот самый чел? Волхоп творит вещи. Что? Я не понял, это что было. Так, я вижу, у нас кто-то добрался до последнего уровня, и как видно, даже не один. А, ну, от остальных только запчасти остались. Так, давай, осторожно, тут надо очень хорошо уметь паркурить. Ага, и также на предыдущем уровне у нас бегает Марат. Говорит, я боюсь. Не бойся. Давай, беги. Хотя мне кажется, он на тебя нацелился. Проходи паркур. Нет, прям в магму. Так, это был финальный раунд. К сожалению, в нем все проиграли, в основном на магме. Но был один победитель. Карачок. Это Карачок. Он прошел, используя кучу лайфхаков и багов на этой карте. Во-первых, он завоухопил, то есть наверх, вот здесь, как-то через листву. Потом он еще где-то завоухопил, еще выше поднялся. И здесь, отсюда, из этой коробки, залез в эту коробку и попал как-то наверх. Прям жесткий лайфхакер, и он смог пройти. Кстати, вот еще один челлендж, где у нас у всех было одно хп. С вами был Геймс, всем пока.